По словам спасателей, очагом пожара стал деревянный сарай рядом со зданием. Огонь перекинулся на высокое дерево, загорелись сухие ветви, а потом и кровля. В этом доме располагались кабинеты и комнаты для слесарей и мастеров, а также велись курсы для проводников. В момент возгорания внутри находились 6 сотрудников железной дороги. После того, как сработала пожарная сигнализация, все люди покинули здание. Никто не пострадал, жители соседних домов, рядом несколько пятиэтажек, не эвакуировали.